Монашеские ордены – уставные отношения. Одни нищенствуют, другие трудятся, одни молчат, другие проповедуют. В мире существует около 60 католических монашеских орденов, а с ответвлениями и конгрегациями – около 250. Бенедиктинцы. Основание 529 год, Италия. 7 тысяч мужчин, 15 тысяч женщин. Их монастыри всегда были интеллектуальными и культурными центрами. Первые образцы романской и готической архитектуры появились именно в бенедиктинских аббатствах. Монахи много сделали для изучения средневековых текстов и живописи. Картезианцы. Основание 1084 год, Франция. 250 мужчин, 50 женщин. Название происходит от первой обители в Шартресских горах, Ла Гранд Шартрес. Орден разбогател на производстве ликера Шартрес. Монахи практикуют строгое отшельничество и молчание, почти не контактируют с внешним миром. Цистерцианцы. Основание 1098 год, Франция. 1500 мужчин, 900 женщин. Название – от монастыря Сита. Орден отделился от бенедиктинского. Цистерцианцы внесли весомый вклад в развитие готики. Применяли передовые технологии земледелия. Высадили первые лаузы Шардоне в районе Шабли в XII веке. Камальдулы. Основание – XI век, Италия. 180 мужчин, 150 женщин. Живут по ужесточенному бенедиктинскому уставу. Практикуют крайнюю аскезу, обет молчания, ночное чтение молитв и ношение власеницы. При монастырях создавали госпитали, где оказывали бесплатную медицинскую помощь. Кармелиты. Основание – XII век, Палестина. 8500 мужчин, 850 женщин. Орден основан у источника святого Илии на горе Кармель. Кармелиты практикуют обет молчания, носят под одеждой знак спасения, скапулярий. Это освященный предмет из двух кусочков шерстяной ткани, соединенных шнурами. Францисканцы. Основание, 1209 год, Италия. 4500 мужчин. Основатель, святой Франциск Ассизский. Первый нищенствующий орден. К нему принадлежали Петрарка, Рабле, Уильям Акам. Во времена инквизиции соперничали с иезуитами и доминиканцами. Сейчас имеют свои издательства, курируют ряд университетов. Кларисинки. Основание, 1212 год, Италия. 20 тысяч женщин. Женская ветвь ордена францисканцев. Основательницу ордена святую Клару Ассизскую в 1958 году Папа Пий XII объявил покровительницей телевидения. Доминиканцы. Основание, 1214 год, Франция. 6 тысяч мужчин, 3700 женщин. Орден был создан испанским проповедником Домиником для подготовки образованных борцов с ересями. Среди членов были Торквемада, Яков Шпренгер, соавтор «Молота ведьм», Савонарола, Фома Аквинский, Джордано Бруно и Томмазо Кампанелло. Августинцы. Основание, 1244 год, Италия. 2800 мужчин, 1500 женщин. Названы в честь святого Августина, автора знаменитой исповеди, жившего в IV-V веках. Считается, что он разработал устав, сочетающий суровую аскезу и возможность проповедовать в миру, в подражание апостолам, который лег в основу многих монашеских уставов. Иезуиты. Основание 1534 год, Франция. 17200 мужчин. Прославились влиянием на политику европейских государств, адаптировали религиозную мораль под ситуацию. В XIX веке способствовали распространению антисемитизма в Европе, а во Вторую мировую войну спасали евреев. Урсулинки. Основание, 1535 год, Италия. 2000 женщин. Покровительница, мученица Урсула, растерзанная гуннами в IV веке за веру. Дают обет целомудрия и бедности, открывают школы и приюты для девушек. Во время Великой Французской революции 16 урсулинок были казнены на гильотине. Камелианцы. Основание, 1584 год, Италия. 1150 мужчин, 1000 женщин. Название от основателя, святого Камилла де Лелиса грешника, пережившего духовное обращение. Давали обет помощи больным, работали во время чумы в 1624 году в Палермо. При ордене существует медицинский институт и служба социальной помощи. Визитантки. Основание 1610 год, Франция. 2500 женщин. Орден назван в честь посещения Девой Марией, беременной в то время Иисусом, ее сестры Елизаветы, беременной Иоанном Крестителем. Закрытый женский орден, монахини никуда не выходят из обители. Дочери Милосердия. Основание, 1633 год, Франция. 25 тысяч женщин. Первое женское христианское движение, действовавшее за пределами монастырей.
Сестры помогают больным на дому, воспитывают детей-подкидышей, заботятся о раненых на войне и каторжниках, работают в школах, больницах и приютах. Трописты. Основание, 1664 год, Франция. 2000 мужчин, 1900 женщин. Орден был создан аббатом монастыря Латрап как более строгая ветвь цистерцианцев. Практикуют молчание, физический труд, строгий пост. Несколько монастырей производят пиво Латрап способом высокотемпературной ферментации. Редемптористы. Основание, 1732 год, Италия. 5200 мужчин. Члены ордена сначала проповедовали беднякам в Неаполе, затем занялись миссионерской деятельностью по миру. Единственным русским редемптористом был философ и диссидент Владимир Печорин, якобы ставший прототипом лермонтовского Печорина. Белые отцы. Основание, 1868 год, Алжир. 1500 мужчин. Орден создал французский архиепископ Лавежери для помощи детям, умирающим от голода в Африке. Организуют центры профессиональной подготовки для безработных. Внесли большой вклад в изучение географии и этнографии Африки. Сестры-миссионерки милосердия. Основание, 1948 год, Индия. 4500 женщин. Мать Тереза основала конгрегацию для помощи обездоленным жителям Калькутты. Дают обет помощи беднейшим из бедных, сами обязаны жить в нищете.